Не-не, не так. Вы заметили, как быстро пролетел этот 17-й год? Я заметила. Он промчался просто перед моими глазами. И только недавно у меня было 0 подписчиков на канале. Я даже помню, когда у меня было 12 подписчиков. Когда я только залила свое первое видео, на меня подписалось первые 12 человек. Это видео хотела записать в том году Новый год, но я его не успела записать. Но сейчас я его записываю, потому что на то нашлось время. На заднем фоне книги Гарри Поттера, потому что я считаю, что именно этот фильм ассоциируется с этим праздником. Я не знаю, как у вас, но у меня именно этот фильм. Сейчас еще 31 число 17-го года. Но через мгновение уже будет 1 декабря 2018 года. Я не знаю, как вы, но я очень жду следующего года, потому что все будет еще круче, чем сейчас. У меня уже есть грандиозный план на следующий год, так что вот. За этот год я поняла, что я не просто существую, а я стала кем-то благодаря вам. А кем-то — это блогером. И это круто. Я считаю, что быть блогером — это большая ответственность, потому что у меня, смотри, сколько детей. Это все вы. В этом году я впервые увиделась с вами. И это было незабываемое ощущение, потому что у вас было всего 15 человек, но мне, знаете, больше не надо. Если бы пришло на мою фан-встречу 30 человек, 50, 100, я бы просто офигела, серьезно. Это было бы немножечко страшно. Я очень боюсь, когда очень много людей вокруг меня, особенно если мне за них отвечать надо. Поэтому я бы не смогла никогда работать преподавателем. И, конечно же, эта фан-встреча была не последняя. Она будет еще очень много раз, потому что мне очень нравится видеться с вами. Я понимаю, что я делаю вас счастливыми, и вы делаете меня счастливой. В 2018 году мы еще с вами обязательно встретимся в Перми. Я поняла, что если ты хочешь чего-то добиться, ты этого обязательно добьешься. Главное об этом думать и стремиться к своей мечте. Я хотела стать кем-то. Я делала вот эти все фотографии. Хотя раньше они совсем были другими, но я все равно пыталась сделать что-то красивое. И я хотела, чтобы меня заметили другие люди и начали подписываться на меня, следить за мной. Но вас было очень мало на тот момент. И наконец-то я нашла свою аудиторию. Да, вас 150 тысяч, но для меня это много. Но скоро будет еще больше. Обязательно. Просто 100%. Я поняла, что работа — это не значит сидеть в каморке и пахать 24/7, а заниматься любимым делом. То, что тебе нравится. То, что делаю я. Да, YouTube стал для меня работой. Я нигде не работаю, кроме YouTube. Я стараюсь выкладывать видео, и если мне видео не заходит, собственно, из этого я не получаю деньги. Я вот купила себе кольцевое освещение, я купила себе... Че купила-то? Я купила себе телефон, наконец-то, ребят, вы понимаете, я купила себе телефон. Я не думала, что это произойдет когда-нибудь, потому что я все ходила со своими, как я говорю, но я все-таки купила телефон, да. И купила его благодаря вам, больше никому. Спасибо вам большое за это. В следующем году я перееду жить в Питер и познакомлюсь там с классными ребятами. Я еще с лета мечтаю о том, чтобы переехать в Питер, потому что в Перми здесь просто нечего делать, блогерам особенно. Я хочу путешествовать. Я вот если перееду в Питер, то обязательно буду путешествовать по другим городам, странам. Потому что для меня это очень важно и интересно видеть что-то новое. Потому что я считаю, как для блогера, так и для других творческих людей, художников, фотографов, сидеть на одном месте — это значит, что у тебя нет вдохновения. Потому что вот я живу в Перми, когда я иду гулять со своими друзьями, нам некуда пойти, серьезно, нам некуда пойти. Мы потому что выходим из дома, и я понимаю, что мы можем пойти только в семью или же в Колизей. Все, на этом заканчивается. Ну, еще и столица. Ну, до нее пилить далеко. Понимаете, да? Ну, и вот как-то так. Мы и живем. Поэтому в следующем году я проведу последнюю сходку в Перми перед отъездом. И все. Может, я там еще вернусь. Ну, у меня реально стоит цель уехать отсюда. Я знаю, что большинство моей аудитории в Москве и в Питере. Поэтому мне здесь делать просто нечего. Потому что, если смотреть мою статистику в Инстаграме, на Ютубе я не смотрела. Там в основном все из Питера, да из Москвы. Ну, из Краснодара. То, что мне просто здесь делать нечего. Серьезно, ребята. Тем более, я знакома с другими блогерами, которые живут в Питере, в Москве. Наверное, когда это видео выложу, уже будет 12 часов ночи. И, возможно, уже будет 1 января. И я хотела вам этим видео поднять настроение, что ли. Что нужно стремиться к чему-то, а не просто сидеть на месте. Я вот хочу всего добиться в следующем году, чтобы у меня было все, чтобы я могла путешествовать. Хотя, наверное, за год этого добиться невозможно. Но, знаете, нет невозможного. Я хотела сделать дреды. Я сделала дреды. Я захотела стать блогером. Я стала блогером. Я не понимаю людей, которые чего-то хотят и этого не делают. Не просто сидеть на одном месте. А я считаю, что нужно расти. Никогда не сидеть на одном месте. Что и вам же. Ну и всех я еще раз поздравляю с наступившим 2018 годом и желаю вам всего самого наилучшего, чтобы вы не болели и стремились к своей мечте. Я знаю, что именно ты добьешься всего. Да-да, ты. Я именно с тобой разговариваю. У тебя все получится. С вами была, как всегда, ваша Дарья Граф. Прощай, ПК-17. Всем пока.
я в этом видео вообще поздоровалась с вами. Кстати, этот шарфик купила, знаете, за сколько? За 12 рублей в секонде. Он похож на Гарри Поттеровский, скажите. А эти очки классно отсвечивают цвет, мне очень это нравится.